Угу. Первые все, да. кто здесь присутствует. Да. Ну, потом второе, на втором месте Тамара. Угу. Ну, это, я говорю, что это было все со школы. И когда учились в институте, значит, мы жили на Волковом переулке, вот через дорогу. И Аля у нас всегда была, и, в общем, бабушка моя, она всегда говорила, Аль, ну, баба Надя, да? Баба Надя, да, моя бабушка. Аль, вот хочешь это там, или суп она, или щи, или селедку, да, хочешь, поешь, а ты все равно выбрасывай. Это у нее такая была всегда присказка, все равно придется выбрасывать. Никто на это не обижался, вот, потому что дом наш был всегда для всех открыт. Вот у всех были квартиры отдельные. Ну вот, взять Лёвку Слепкова, наша компания. У всех были отдельные квартиры. А у нас была вот эта вот 13-метровая халупа. И все же все праздники отмечали у нас. Дверь открыта была. Дверь открыта, но бабушка следила за всем, кто когда пришел, с кем пошел. Тётя чётко знала. Да, все четко знала. Потом, значит, у меня вот Анатолий был старше меня, а компания была одна. И если Анатолий приходил домой раньше, а я позже, сейчас бабушка меня костерила. Да, самыми последними словами. Ага. Вот так было. Ну, вот, если все было, лет 18, да? Ну, наверное, учились все в школе. Угу. 129-й. А? 129-й.